Цифровые технологии – сегодня часть нашей повседневной жизни. Нерабочий процесс, ни отдых, ни домашние хлопоты не обходятся без умных гаджетов и высокоскоростного интернета. Именно последнему, по словам экспертов, жители региона стали отдавать предпочтение при выборе подарков на 23 февраля и 8 марта. Хороший интернет оптика в квартиру от компании Ростелеком станет отличным подарком. Ведь гарантируется скорость 500 мегабит в секунду, а если ваш друг заядлый геймер, то при наличии технической возможности гарантируется скорость до 1 мегабита в секунду. Полезным подарком может стать и камера домашнего видеонаблюдения. Следить за тем, что происходит дома, можно онлайн из любой точки мира. Записи с камер хранятся в защищенном облаке. Просматривать их может только владелец. Видеонаблюдение от нашей компании, которое прежде всего обеспечит сохранность имущества, присмотр за детьми или домашними животными. Умные сервисы стали цениться еще выше из-за пандемии, ведь многим пришлось осваивать удаленный формат работы и учебы. Я обучаюсь и опробую на практике дистанционную фотосессию, которая уже довольно популярна в крупных городах нашей страны. Это когда можно делать снимки по скайпу, полностью руководя процессом съемки. Более того, чтобы постоянно развиваться и учиться чему-то новому, я должна участвовать в мастер-классах и вебинарах, а для этого нужен быстрый интернет. Отдавая приоритет в выборе подарка пользы и безопасности, абоненты Ростелеком могут порадовать своих близких по всей области. Ведь компания подключила к оптическому интернету более 500 населенных пунктов Южного Урала. Наталья Шмухаметова, Илья Капелин, Урал-1.